они действительно меняются местами. Это легко. А вот сложно сделать так, чтобы они поменялись местами назад. Давайте покажу все сначала. Смотрите, туба номер один всегда идет на бутылку. Туба номер два, я прошу прощения, вот еще одна дополнительная бутылка. Идет на стакан, щелчок пальцами, они меняются местами. Смотрите, номер один на бутылку, номер два. Еще одна дополнительная бутылка. Идет на стакан, щелчок пальцами, происходит реальная смена. Вы знаете, каждый иллюзионист, который показывает этот фокус, стремится к тому, чтобы делать его только одной волшебной тубой. Ведь именно она делает из стакана бутылку, именно она делает из бутылки стакан, но только в том случае, если у вас есть как минимум одна дополнительная бутылка. Другая туба настолько же волшебная, насколько и первая, ведь она делает одно из другого, она же делает другое из первого, но только если вы взяли дополнительную бутылку. Бывают разные праздники, бывают такие классные, как вот у вас, а бывают бюджетные. На бюджетные они звонят мне и говорят: Александр Магу, вы знаете, нам не очень нужны ваши фокусы. Приходите к нам на праздник с вашими тубами и походите по столикам. И я знаю, что неплохо бы захватить с собой парочку дополнительных бутылок.